Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу і запрошую до наступної розмови на тему. Маю сьогодні таку блискучу нагоду представити вам гостя, з яким рідко, але зустрічаємося в цій студії і завжди, ну, для мене, як для журналіста, це свято. Цікаво спілкуватися, цікаво про щось дізнаватися, цікаво просто говорити про життя. В нашій студії сьогодні художник Михайло Петренко. Доброго дня. Добрий день. Михаил Михайлович наш земляк. Я говорю об этом совершенно с уверенностью, несмотря на то, что жизнь в Николаеве – это первые несколько лет, и затем учеба в мореходке. Но вот эти несколько лет, которые вы провели в этом городе, первые несколько лет, я бы сказала, почти в бессознательном возрасте, вторые в том возрасте, когда, наверное, только все формируется по-настоящему, они связали вас с нашим городом навсегда. И сегодня вы уже прилетаете в Украину из-за океана, где живете много лет. И вот вновь в родном Николаеве. Что привело вас в этот раз к нам? Меня привело то, что, во-первых, я люблю этот город. И с этим городом связаны... Мое рождение, 5 поколений моих предков жило здесь, и я этим горжусь. И я сейчас приехал в художественный музей имени Верещагина, потому что у меня давно завязались, как вы знаете, связи с этим музеем, и лично с Сергеем Николаевичем Росляковым. И я хочу предложить музею курировать и быть редактором и быть спонсором как бы 3 моих книг последних, которые я написал. Это книги по теории искусства. Я давно уже занимаюсь теорией искусства. Я этим начал заниматься еще, когда был в аспирантуре в Москве, во ВНИИ искусствознания, и куда меня взяли как художника, который может знать и знает, как это сделано. Потому что чаще всего искусствоведы знают об истории, знают о каких-то там деталях жизни художников, но рассказать, как пекутся пироги, как делаются эти горшки и как делаются картины, и что хочет сказать художник, и как сделать так, чтобы картины не были просто копиями какими-то, а чтобы они были искусством, вот это задача для меня сейчас. И поэтому я... Вот эти 3 книги, которые я написал, они называются... Первая книга называется «Как распознавать искусство». Вторая книга называется «Как понимать искусство». И третья, естественно, «Как делать искусство». Это все связано... с моей теоретической работой такого философско-эстетического плана, которая на тему пространства и время в искусстве. Да, мы говорили с вами об этом уже. Да, мы говорили об этом. Во время нашего интервью. Это совершенно верно. Хорошо, что вы помните. И это основная моя тема, и очень мало кто занимается этим, потому что последние годы особенно там, в Америке и в Европе, большой интерес к проблеме, как отделять искусство от неискусства, как распознавать это искусство или дизайн, как распознавать это искусство или это какой-то сколок и подобие жизни. Искусство и религия.
Это разные вещи, это разные области культуры. И вот в первой книге как раз я об этом и говорю. Михаил Михайлович, я сразу же задам вопрос, а почему важно сегодня это разделять? Почему мы сегодня, в принципе, говорим об этом в то время, когда мир, мне кажется, наоборот, все больше и больше перемешивается, и во многих сферах нашей жизни, реализации себя, приложения наших сил, границы стираются, а вы говорите о том, чтобы четче их установить. Именно четче установить, будем говорить так, меня интересует, с юридической точки зрения. Uh-huh. Потому что последние годы очень важное значение имеет вопрос искусства и политика. Как ни странно. Потому что некоторые виды искусства, такие как, кто бы думал, боди-арт, или какие-то хэппенинги и перформансы, они активно начинают становиться частью искусства протеста. И тут вопрос, искусство ли это? Совершенно верно. Искусство ли это или просто поступок? То есть, если это искусство, и если многие группы, которые вы знаете, ну, там, в Ленинграде, в Петербурге, группа «Война», например, или в Украине такая женская группа «Фемен», или «Фемен», я не знаю, как правильно в Украине произносится, уличное искусство. Вот эти вещи очень тесно связаны, уличное искусство очень тесно связано с политикой. Потому что те волнения, те какие-то перформансы, там Pussy Riot, они кончаются, начинаются, может быть, где-то в церкви, а кончаются в тюрьме. Искусство ли это? Или это правильно было сделано, что их посадили за кощунственные какие-то действия, их посадили в тюрьму, потому что они оскорбили чувства верующих. Или же Фемен, который, так сказать, делает свои перформансы на публике, как раньше, в какие-то в древние времена площадные шуты и паяцы на улицах, и юродивые, особенно в России и в Украине, смех это принадлежал сначала вот как бы юродивым. Юродивые могли смеяться, и никто их не обижал, потому что они... Это же юродия. Да, потому что они, так сказать, Богом обижены, потому что им разрешалось говорить правду. И они говорили правду и царям, и все, потому что никто не воспринимал их как бы всерьез. И они наряжались в определенные костюмы, какие-то лохмотья, вериги, там у них были кресты. В общем, собирался народ вокруг них. Они там делали это свое действие. Они говорили не обычным языком, а поэтическим. Ну, Михаил Михайлович, в любом случае, в данном случае, мы вот сейчас, когда мы возвращаемся вот к этой истории, мы же не говорим об искусстве, мы говорим о каком-то таком срезе жизни общества, но об искусстве речь вообще не идет. Это если говорить об историческом контексте и о развитии этого всего в истории. А сегодня, получается, мы нарекаем это искусство, чтобы что? Зачем? Чтобы не отвечать за свои действия. Если Фемен там таскает за галстук какого-то депутата, если это, так сказать, перформанс, и этот депутат там или какой-то там вип-персона, он вовлечен в это действие, и на них нападают там полицейские там, и всякое такое, то они говорят, а мы это делали уличный, так сказать, театр. Делали уличный театр, мы никакого отношения не имеем к этому. Это не политическая акция. Но это. Оказывается, вот в одной из этих книг я говорю о том, что они симулируют протест. Вот Фемен и остальные, они
не делают реальный протест, они симулируют протест. Главное для них не протестовать, главное для них показать, какие они красавицы, показать свое обнаженное тело. В принципе, что-то да. там показать. Показать что-то. Свое имя на страницах газет, да. скажем. То есть симуляция, они симулируют протест. И вдруг оказывается, что симуляция протеста, вот такой театр протестный, он гораздо действенней, действует на людей, чем реальный протест, когда скучно ходят по кругу с какими-то надписями, которые никто не читает, и время от времени выкрикивает какую-то, что они против чего они протестуют. Никто на них не посмотрит, когда же устраивается театр паяцев, на них все обращают внимание. Тогда мы можем говорить совершенно о другом виде искусства. Искусство устраивать протесты. Но к искусству как таковому, мне кажется, это не имеет отношения. Это имеет отношение к, скажем, искусство – это чисто женское искусство, во-первых. Почему? Потому что они устраивают скандалы, они не протесты устраивают, они устраивают скандалы, которые похожи на семейные скандалы, где всегда и женщины умеют устраивать такие скандалы гораздо лучше любого мужчины, и они всегда побеждают. И ни один мужчина не устроит такого скандала, как женщина, и не выйдет победителем из этого. И все будут сочувствовать, зрители всегда сочувствуют вот этой женский, обиженной женский женщине. Женский скандал, женский протест. Совершенно верно. Хотите сказать, что он всегда более эстетичен, чем мужской? Он всегда эстетичен, потому что это театр. На самом деле ее слезы, размазанная тушь на ресницах, поплывшие губы и всякое такое, это часть, это преображение, это часть... так сказать, действо, которое рассчитано на зрителей и на медиа. Вот эти вот искусства протеста, они все завязаны на телевидение, на газеты, на фоторепортер. Михаил Михайлович, давайте говорить об искусстве. Значит, я сказал, что меня интересует искусство и политика, и разделение. Вот вы меня спросили, почему разделение? Именно поэтому. Для того, чтобы разделить искусство это или не искусство, хэппининг или это какой-то поступок такой нехороший, для этого мне пришлось дать определение, что такое искусство, а что такое не искусство. Это, я считаю, что для меня лично это было самым главным. Потому что меня, в общем-то, эти девушки совершенно не интересуют. Больше того, они мне неприятны даже. Лично мне. И все эти скандалы там и всякое такое. Но это очень хорошо показывает грань между искусством, когда и между жизнью. И где проводится граница, да, где проводится черта. Во-первых, определяется при выступлениях вот этих уличных артистов, не обязательно фильм, любых других, определяется площадка, как, которую они держат, как театральная площадка, как кулисы. Это первое. Второе, то есть пространство, которое, в котором они действуют, оно уже становится искусственным пространством. Это как бы пространство театра. И в этом пространстве уже происходят какие-то вещи, которые не происходят в жизни. Потому мы и говорим искусство. Какое эфемерное структурирование. Ведь эта площадка, этот квартал, этот участок улицы, где происходит это действие, он же не становится действительно сценой. То есть эфемерное структурирование. Ну, как раз собираются люди вокруг, так же, как кукольный театр. Петрушка там и все, и вдруг собираются люди, дети, становятся, и они начинают сопереживать. Как только. Театр начинается, как только включается, вот включается этот момент, сопереживание. Сопереживание, начинается театр. И начинается театр, совершенно верно. И второе, первое – это пространство театра определяется, оно... В этом пространстве уже происходят какие-то чудеса, какие-то необычные вещи, те, которые в жизни
могут не происходить. В общем-то, не происходит. Понимаете, да? Ну да, конечно. А нереальный, как бы, можно там каким-то специальным голосом говорить или читать стихи там, или что-то такое петь, или, неважно. Во всяком случае, уже не в реальности так не говорят и не поступают. Ну, в реальности так не делают. Да, человек не останавливается на улице, не начинает петь. И тоже очень важное, то, что в этом театре нереальное время. Как время в кино. Которое, вот когда мы смотрим кинофильм, по-моему, я уже об этом говорил. Когда мы смотрим кинофильм, то время в кино, оно может убыстряться, оно переходит, оно в какие-то, может, как в другие категории, в другие категории, волшебное какое-то, какое-то возникает там Дэвид Копперфильд, я не знаю там что, возникает, и время не совпадает с реальным временем. Оно уже другое. Его характер, его структура этого времени уже другая. Как бы время отсчитывается по акцентам, которые, значит, дискретность. Да. Вот. И, значит, вот это пространство и время образует пространственно-временной континуум. Это такое, ну, как бы атмосфера или среда, в которой уже художественное пространство и время, они образуют вот этот пространственно-временной континуум, такой, что там могут происходить нереальные события. Там и мы не можем... какие-то другие законы работают. Да, мы как бы обозначаем, вот в этом месте происходят нереальные события, не принимайте это самое, полиция, не, так сказать, не реагирует на это, мы устраиваем театр. Пускай во время этого театра мы выкрикиваем какие-то лозунги, мы против царя, там, или наоборот, вот как юродивый там Борисе Годунове, там, мальчишки там копеечку у него украли, там, всякое такое, это не воспринимается реально. Так же как, ну что, подумаешь, мальчишка копеечку. Или он говорит, и при этом он говорит царю, что нельзя молиться за царя Ирода. И царь это воспринимает, и его не убивает никто, и ничего. Потому что он юродивый, потому что он шут, потому что он паяц. И вот эти фемент – это те же самые шуты. Михаил Михайлович, ну, на самом деле, опять же, вот в современном мире сегодня так много вот этих разных форм протеста, которые люди выбирают по-своему, и иногда они переходят морально-этические грани. Иногда этот уличный театр, уличное искусство, воспользуемся этой терминологией, оно перестает быть театром и становится жестокой реальностью, к громадному сожалению. Нет закона, нет правил этой игры. Поэтому порой вот эти уличные артисты, в кавычках уличные артисты, переходят вот эту грань. Уже за пределом этики, морали, ну, за, даже вот по большому, как говорят, да, по гамбургскому счету, за пределами добра и зла. Вот как раз моя задача, основная задача, и была показать, что вот за этой гранью это уже реальность, и их можно брать и судить. А вот за этой гранью, до этой грани, это еще продолжается искусство. Это шутовство. Да, это шутовство, и в этом шутовстве полицейские с большим удовольствием участвуют. Они хватают этих девушек и на картинках телевизионных или фото видно, как у меня есть украинский полицейский, сзади держит девушку вот сюда за обнаженную грудь, и улыбается, это древняя игра. Это древняя игра, языческая еще. Когда мужчина ловит женщину, женщина от него убегает. И мужчина знает, что... женщина знает, что он ничего там страшного ей не сделает, потому что он как бы участник этой игры. Это игра. Да, это игра. Это игра. Вот, до тех пор, пока это игра, значит, все нормально. Как только это становится не игрой, а жизнью,
Все, можно хватать их и судить. Хорошо. Вот вы сказали распознавать, где искусство, где не искусство. Да. На самом деле, как нормальный, здравомыслящий человек должен реагировать и как понимать, что это уже не игра? И как не оказаться вовлеченным вот в эту уже не игру? Ну, я не знаю, почему не вовлечен. Если это увлекает, если это он сопереживает, это значит все это нормально. Это значит, пока он играет, участвует. Это он участвует. Да. Значит, моя задача была дать определение. Искусство. Если мы наблюдаем художественное пространство и художественное время, вот в этом действии, оно, которое не совпадает с реальным, то это значит искусство. Имеет свое собственное пространство и свое собственное время, которое не совпадает с реальным. Если же совпадает с реальным, значит, это просто копия. Это копия реальности, плохая копия, но их можно уже, так сказать, хватать и судить. И второе, что меня интересовало. Первое – это вот это вот политическое, будем говорить, юридическо-политическое составляющее, чтобы, так сказать, люди четко понимали, если они что-то переживают… Что есть ответственность. Да, да, чувствовали свою ответственность. И эти девушки, кстати, чувствуют свою ответственность. Они прекрасно понимают там, где кончается игра и где начинается. И они специально подыгрывают. Они истошат, они нечеловеческими голосами там кричат и всякое такое. В общем-то, мы же можем об этом говорить не только на примере этой общественной организации. Совершенно других достаточное количество вещей сегодня. Да. Это достаточно. И очень много... Я думаю, что... Молодежные движения, будущие молодежные движения, понимая вот эту ситуацию, когда нужно создать, для того, чтобы не было наказания, нужно создать искусственное время и искусственное пространство, могут создаваться специальные такие группы, такие, как говорил Че Гевара, небольшие группы, моторчики, которые заводят людей, манипулируют сознанием людей. И при манипуляции сознанием людей, это очень плохо, конечно, что манипулируют сознанием, но нашим сознанием манипулируют и государство, и остальное. Но здесь можно использовать для того, чтобы заводить, скажем, там, протестные группы. Это мы уже можем о политтехнологиях говорить. Да, это политтехнология. Совершенно верно. Можно это использовать, искусство и политика. Они вот тут вот сейчас, они связаны. Михаил Михайлович, так хочется, чтобы искусство на самом деле служило не политикам, а каким-то более высоким, более благородным целям, чтобы мы не говорили об искусстве применительно вот к таким вещам. Не знаю, может быть, я сейчас таким настроением об этом говорю, что мы... Живем в театре. Мы живем в театре абсурда. Да, и сейчас достаточно истощены эмоционально. Да. Потому что на протяжении последних полутора, даже больше лет, действительно нам приходится постоянно оказываться невольными участниками этого всего. Вибрировать из реальности. Да. Это прекрасно. Люди устают от этого. Потому что, очень устают. Да, потому что невозможно все время... Невозможно все время, так сказать, сопереживать, потому что в искусстве есть начало, есть экспозиция, есть кульминация и есть конец. И все, и дальше ты отдыхаешь для следующего там этого. А когда это все время бесконечно продолжается, не может быть бесконечного спектакля. И сейчас, как мне кажется, вот то, что происходит в Украине, меня очень волнует и волновало. И, собственно, я вижу, что вот этот театр уже всем надоел. Уже самый главный кризис сейчас в Украине – это кризис доверия. Когда брехня сверху донизу, от низов до верху. Когда за ложь не преследуют ни депутатов,
ни там никого, ни полицейских, ни чиновников. Чиновник совершенно спокойно может врать, на этом деле он может там зарабатывать какие-то деньги и так далее. Скажем, в других странах это, ну скажем, в Америке, это страшное наказуемое преступление. Скажем, того же самого Клинтона чуть не лишили президента не за то, что он там с девушкой, так сказать, имел какую-то интимную связь. С Моникой Левинской, а за то, что он соврал. Вот за это его судили. За то, что он соврал, что он не имел с ней никакой связи. Как только человек врет, все, он погиб для как политик. Михайло Михайлович, мені здається, що криза довіри – це сьогодні, в принципі, найбільша криза в нашому суспільстві. Конечно, ви абсолютно точно кажете. І я сподіваюся, що книги, про які ви сьогодні говорили, на жаль, просто вичерпано час нашої зустрічі, тому я такий своєрідний підсумок підбиваю. Мені здається, що книги, про які ви сьогодні говорили, і я впевнена, вони побачать світ саме в Україні, вони допоможуть нам розібратися і зробити для себе, допомогти самому собі виробити якусь позицію. Чи буду я брати участь в цьому театрі? Чи буду я пасивним його учасником? Чи я буду займати свою своїм ділом і займатися своїм ділом і своєю справою? Да, так. Тому з нетерпінням очікую і на ваш наступний приїзд до нас. Я вже знаю, поділюся з нашими глядачами, що він може статися за кілька місяців. І на те, що книги ці побачать світ, ми будемо їх читати, будемо про них ще говорити. Да, я думаю, що так оно і буде, тому що я розказав зараз тільки одну часть першої книги. Тому що найцікавіше для мене – це як розуміти мистецтво. Розказати людям, як потрібно розуміти от це або це. Тобто, мистецтво – це створення нових смислів. Це не просто картинка на стіні. Не просто там какая-то песенка, это создание новых смыслов, тех смыслов, которые не было до тебя. Я вам ще раз дякую. Дякую за нашу сьогоднішню зустріч, за ваш невпинний труд і за оптимізм. Спасибо большое. Дякую. Я надеюсь на встречу. Дякую і вам, що був разом з нами. Думайте над нашим життям і дійте зважено. Хай щастить, в ефірі побачимось.